И если пуховик – это прежде всего удобно, то пальто всегда чуть более статусно. Несмотря на то, что и то, и другое может быть стильным и не очень, именно у пальто гораздо больше вариантов комбинаций – от предсказуемых классических до весьма экстравагантных. В трендах этой осени отмечены короткие модели – бушлат и кейп, яркие цветные пальто, клетка и хищный принт. Чем насыщеннее краски, чем креативнее рисунки, тем более выраженным становится цветотерапевтический эффект – проверенное средство от осенней хандры. Сохраняются также тенденции к свободному силуэту, свежо смотрится стиль минимализм. И чтобы продлить время присутствия пальто в зимнюю погоду, его можно сочетать с по-прежнему актуальными жилетами, а также разнообразными меховыми аксессуарами.